1200 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, совершено в республике с января по сентябрь этого года. Об этом РБК Уфа сообщили в Министерстве внутренних дел по Башкортостану. По словам полицейских, пострадавшие часто попадают в капкан при сделках в интернет-магазинах, на сайтах по трудоустройству, в сервисах по оказанию юридической помощи, а также при получении кредита, возвращению найденных вещей, взломов аккаунтов в соцсетях. Возраст обманувшихся варьируется от 18 до 45 лет. Основной причиной, то есть увеличения подобного вида преступлений, является низкая и привлекательная цена товара. Вот. Соответственно, мошенники этим пользуются. А граждане легко попадаются в их сети. Добавлю, всего за 8 месяцев 2019 года в регионе реализовано более 3000 мошеннических схем, причем их количество увеличилось на 30%. Так, за этот период зафиксировано 960 преступлений. С помощью сотовой связи человеку отправляется смс-сообщение о попадании родственника, например, в ДТП, о нахождении в полиции близкого человека, блокировке карты или о получении приза. Традиционным видом мошенничества является хищение денежных средств при использовании мобильного банка.